Здравствуйте, дорогие зрители, подписчики и гости нашего канала. Вы смотрите цветы в доме, комнатные растения. И сегодня мы говорим о возобновлении подкормок комнатных растений весной, когда как и чем. Продолжительный и сложный для всех комнатных растений период зимовки обычно заканчивается с возобновлением нормального регулярного ухода. Но спешить вновь, обильно поливать растения и начинать обычные подкормки не стоит. Весна ⁇ период перехода от стадии полного, условного или вынужденного покоя к активному росту. И только ориентируясь на состояние самих растений, их развитие и сигналы, можно найти идеальное время и стратегию ухода. Самая опасная весной. Начать подкормки тогда, когда растения к этому еще не готовы. Индивидуальный подход лучшая стратегия возобновления подкормок. Главное правило, которое нельзя нарушать весной для всех комнатных растений – руководствоваться в вопросе подкормок, да и ухода в целом только индивидуальными рекомендациями. В сложный период адаптации растений к изменяющимся условиям и начала нового цикла вегетации – любые импровизации с подкормками могут стать большим стрессом, чем скачки температур. Весной не стоит игнорировать даже мелкие требования растения к условиям и уходу. Перед возобновлением подкормок весной стоит еще раз проверить рекомендации для всех своих комнатных растений. Вспомнить старые графики. Чтобы начать подкармливать комнатные растения весной правильно, нужно точно знать тип удобрений, которые больше подходят к конкретному виду растений, рекомендуемую стандартную частоту подкормок, оптимальную форму внесения удобрений и возможность использовать удобрения не в жидком виде, в том числе знать, выносит ли растение удобрения длительного действия и внекорневые подкормки, а также предпочитаемые растениям сроки подкормок, периоды активных подкормок и их сокращения или остановки. Традиционная смарта в рекомендациях означает, что за растением смарта стоит внимательнее наблюдать и выбрать дату первой подкормки в соответствии с его состоянием. Единственное, с чем определиться можно точно и быстро, чем начинать подкармливать растения весной. Подкормки проводят только удобрениями, рекомендуемые для подкормок этого вида комнатных растений. Сроки начала подкормок для растений весной. Если вы хотите избежать проблем в весенний период и помочь растениям адаптироваться к изменяющимся условиям, не стоит начинать подкормки по календарю. Первые признаки возобновления вегетации всех растений появляются в конце февраля или марте. При этом то, как именно зимовали растения или когда они цветут, не так важно, как признаки просыпания. Возобновлять подкормки 1 марта было бы большой ошибкой. Найти точку отсчета можно только наблюдая за растениями и подмечая, когда они начинают пробуждаться под воздействием увеличивающегося светового дня и интенсивности освещения. Возобновлять уход за комнатными растениями весной нужно при первых признаках роста листьев или побегов, но не с подкормок, а с пересадки и поливов. Только после смены емкости или замены верхней части субстрата, адаптации и начала привычных летних поливов, придет время постепенно возобновлять подкормки. Не раньше, чем через 2-3 недели после достижения стандартной частоты полива или замены верха субстрата. И не раньше, чем через 4 недели после пересадки а лучше всего через 5-6 недель. Ну и простые правила возобновления подкормок весной. Для растений, предпочитающих стандартные жидкие подкормки, внесение удобрений вместе с водой для полива, в возобновлении подкормок почти нет никаких хитростей. Главное не создать ситуацию, когда корни могут пострадать от ставшей непривычной высокой концентрации удобрений в грунте. И для этого достаточно позаботиться всего о нескольких предупреждающих мерах. Перед первой подкормкой за день или хотя бы за несколько часов провести обильный полив растения, сливая излишки воды из поддонов. Использовать мягкую воду с температурой чуть теплее, чем воздух в комнате. Если в указаниях для конкретного вида растений не указано другое, то начать подкормки постепенно, уменьшая первые дозы в 2-3 раза. Равномерно распределять воду по периметру горшка. Не замачивать стебли и листья, провести полив как можно более аккуратно. После полива не оставлять воду в поддоне, а перед следующей процедурой убедиться, что субстрат просох до комфортной растениям влажности. Одним словом, достаточно быть аккуратным и осторожным, соблюдать стандартные правила полива и отнестись к любому растению как к капризному и сверхчувствительному. Ну а как весной применять удобрения длительного действия? Со столь упрощающими уход палочками, капсулами и гранулами все еще проще. Удобрения длительного действия, которые производитель рекомендует смешивать с субстратом, просто добавляют в указанной пропорции в почву при пересадке растения или замене верхнего слоя. Единственное, о чем стоит позаботиться, это умеренное увлажнение и крайне аккуратные поливы до возобновления роста. Если же удобрения длительного действия просто вставляются в емкость, то их вносят не раньше 5-6 недель после пересадки, это я вам уже говорила, избегая контакта с корнями. Как возобновлять внекорневые подкормки? Для того, чтобы растение не пострадало от слишком резкого возобновления подкормок по листьям, стоит отложить первую внекорневую подкормку на 2-4 недели после... Начало основных подкормок. Крайне важно первую процедуру провести очень слабым, малоконцентрированным составом, возвращаясь к привычной дозировке постепенно. Перед тем, как начинать внекорневые подкормки, нужно приучить растения к регулярным опрыскиваниям, если зимой они не были частью вашего ухода. В начале подкормок по листьям весной особую роль играют такие меры предосторожности, как защита от прямых солнечных лучей. Ну и, наконец, спорная стратегия подкормок подкормки азотом. Многие цветоводы, увлекающиеся садом, с комнатными растениями предпочитают поступать так же, как и с любыми растениями в открытого грунта. Чередование азотных подкормок в начале роста с более специализированным следом – классическая стратегия для получения более декоративной зелени или обильного цветения. Но в комнатный формат спешить переносить ее не стоит. Конечно, всем растениям в начале вегетации, когда трогаются в рост побеги и раскрываются листья, больше нужен азот. Но комнатные растения не случайно нуждаются в комплексных, сложных удобрениях, содержащих не только макроэлементы, но и целый комплекс куда более незаметных, но не менее значимых микроэлементов. Если в течение немалого периода начала вегетации свести все подкормки только к азоту, то потребности в других элементах может и более скромные, но будут удовлетворяться. Независимо от того, наращивает ли растение листья и цветоносы, в вопросе подкормок. Вместо импровизации и народных методов строго придерживайтесь рекомендаций для конкретного вида растений или инструкций, полученных при покупке для отдельного сорта. Если есть сомнения или вы все же хотите попробовать добиться большей зеленой массы за счет внесения дополнительной порции азота, проводите такие подкормки небольшими дозами удобрений между основными или чуть-чуть измените соотношение макроэлементов проверенными биопрепаратами. Ну вот и все у нас. На сегодня. Поделиться с нами своим личным опытом, знанием или мнением можно в комментариях. А с вами был канал Цветы в Доме Комнатные растения. Если вы еще не подписаны, то подписывайтесь и вы будете знать все секреты и нюансы выращивания своих комнатных растений. А я же всех благодарю за оценки к видео. И всем пока, до следующих встреч!